Привет. Проснулся сегодня и понял, что настало время для очередного блога. Тем более, произошло много событий, есть что рассказать. Ну что, еду, короче, домой на праздники. Надо с мамой и семьей время провести. Марусь меня встретила вот такими сугробами. Не знаю, видно, не видно. Короче, где-то в пояс, поэтому нужно сейчас все это будет убирать. Я снова вернулся в Москву, устроился администратором салона красоты. Решил попробовать на себе знаменитый челлендж 300 отжиманий за 30 дней. Майнсторму. Мы переехали с Преображенской на Трубную, это самый центр Москвы. Вот, будем проводить вторую игру в Одинцово, вторую игру в Москве уже в центре. А на этом ролик подходит к концу. В следующем ролике расскажу о новом челлендже, который мы придумали запустить. Ну и о событиях, которые произойдут за ближайшее время. А пока ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все, всем пока.